Всем привет, друзья! Перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на канал наших друзей под названием Дневник Журналиста. Здесь вы сможете найти самые свежие новости шоу-бизнеса, скандалы, интриги, разводы звезд. Заходите, смотрите, поддерживайте наших друзей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ссылочку на этот канал я оставлю в описании под видео. До скорых встреч, друзья! Юлия Паршута сделала шокирующее признание о своем прошлом. Она 3 года жила с мужчиной, который всячески издевался над ней. В Инстаграм артистка рассказала, что в 2010 году завела роман с мужчиной, который оказался домашним тираном. Он настолько запугал и морально подавил ее, что певица никак не решалась разорвать нездоровое отношение. Юлия Паршута призналась, что сначала ее избранник вел себя идеально, был внимательным и заботливым, эрудированным и веселым. Девушка влюбилась. Первый звоночек случился через несколько месяцев после знакомства. В семье исполнительницы никогда не было рукоприкладства. Поэтому она не знала, что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом. Простив побои в первый раз, Юлия Паршута не ожидала, что подобное повторится. Лишь только после этого Юлия Паршута решила сбежать от тирана. «Я получила удар кулаком в живот, без того украшенной швами операции», — заявила девушка. Знаменитость сбежала без телефона, сумки и ключей от машины. Кроме того, певица боялась за себя и своих родных. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!